Бродяги, с вами Бодяга, собственной персоной, человек в белом. Вау! Это типа отсылка на Люди в черном была. Заметили, я думаю, то, что я наконец-таки в новой, будем так говорить, маечке, потому что все сейчас чейндж, которые у нас были, буквально недели две, я был в одной и той же футболке, блядь. Короче, у нас сегодня угадай хит осени 2019 года за одну секунду, ёпта, я только сейчас допёр. И это от клипики и музыка. Ну чё, с вас лайк, подписка, комментарий и подписаться на новый канал. Ссылка на него в описании первой ссылкой. Чё я, блядь, сказал? Погнали. Love me! Love me. Ага, всё, нету авторских прав. Попёр. Привет, ты на канале Кипикей, и ты смотришь «Угадай хит за секунду челлендж». У тебя будет короткий отрывок и 10 секунд на раздумие, чтобы вспомнить, давай, из какой он песни. Играй с друзьями и считай количество верных ответов, чтобы было интереснее. Погнали! Я хромакей поправил. Ну давай! Все, я понял. Каждому по факту... Каждому по факту рядом нужен человек. Зиверт, друзья. Каждому по факту рядом нужен человек. Это так. На его рождение день. Оксимирон, да, вроде? На его рождение день. Бляха, муха, не понимаю. Кто? На его рождение день. В наборе автозак и три человека, двое. Вообще бы не допёр. Не-не-не. Я бы... Слушайте, у меня такое ощущение, что уже пора стричься. Пора. Уже слишком долго я что-то лохматый хожу, как черт. Так, стоп, я не понял. Ну-ка. Ну это уже бред какой-то, чувак. Клипикей, объясни... Ой, Кипикей. Объясни, вот как мы должны понять? То даже слов-то нету. И чё это? Это, кстати, очень похоже на... Где тёлочки голенькие, помните, танцевали? Ну, вы поняли, что за клип. Вот очень сильный минус похож. Это Моргенштерн, наверное, да? Да нет, это не Моргенштерн, кто это? У меня есть одно ощущение, что это... Чай. А, и хера не шарю. Ну этот, который там поет про травку, вся херня. С дредами еще. Сука, я так и знал, что ты Моргенштерн. Это сука хочет денег. Сегодня выйдет, если что, реакшн на нее. Я постарался, убрал некоторые моменты, чтобы мне не заблокировали клип во всех странах. Вот это легко. Вот это легко, я пойму. А хочу на баре, где много туз, увидеть меня на зип-хаус. Ну, Газгольдер, бразер. Хочу на баре, рекой алкоголь, увидеть меня на зип-хаус, не видеть. Угу, это я тоже знаю. А вам нравится смотреть, как я ем, да? Мне тоже. Увезить меня на зип-хаус. Ну это, ой, какой, это уже какая песня? А, все, я понял, это Раза. Ты пчела, я пчеловод. Так любим танцпол. Сука, дурак, я же знаю, что это за песня. Танцпол. Мы так любим танцпол таблетками, мотыльками на свет фиолетовый. Ну, я не знаю название. Фиолетово. Так, а этот голос я слышал где-то. Это либо Джонни поет, либо... Ну, чувак поет, который вот типа... Я твой антигерой, ты хорошая. Джонни. Я угадал. И если ты найдешь во мне меня... Хотя я песню не угадал никогда. Я песню не угадал, но я знаю, кто это поет. Rock, Paper, Scissors, Little Big.
Ядрись, колотить, я себя чувствую богом. Rock, paper, scissors, rock, rock, paper, scissors, rock, paper, scissors, rock, rock. Изи. Боже, это... Она мне так не нравится, эта песня. Здесь припев только один нормальный. Короче, это пацан с глистом на голове, я понял. Вот реально, если бы, пацаны, вот... Вы сейчас думаете, что я прикалываюсь, а вы сейчас увидите, у него реально глист на башке как будто свисает. Смотрите сами. Вот что это, блядь, такое? Ладно, я еще разукрашенный, как... Ну, вы поняли, кто. Все равно я скоро постригусь. И у меня не будет крашеных волос больше никогда. Но это глист! Это просто смешно. Я сразу говорю, я не обсираю человека, вы знаете. Я не люблю никого обсирать. Я просто говорю свое мнение, то что, ну блин, ну такое ощущение создается, будто у него глист на башке. Вот у вас создается ощущение, когда вы смотрите меня, что за долбоеб сидит перед экраном? Согласитесь? Правильно. Я тебя искать. Ну я понял, что это за песня. Я тебя искать не буду. Я тебя искать. Давай мы с тобой сыграем в прятки. Прятка песня называется. Хамали, кто-то. Я тебя искать не буду. Я найду себя намного лучше. Все. На этом все. Сколько песен удалось? Блин, кипикей, обидно, что так мало. Я лайк поставлю, потому что это охерительно. Кто тут еще написал про нас? У нас, как обычно, забили хер. Короче, мне понравилось. Я лайк поставил. С вас я попрошу только подписаться на наш с вами новый YouTube канал. И... ну и все. Короче. Я посрать пошел. Всем пока.